Томатные накопления жителей Индии. В городе Лакхнау, столице самого густонаселенного штата Уттар-Прадеш, открылся государственный банк помидоров. Несмотря на название, к государству он имеет мало отношения. Его создали представители оппозиции, которые возлагают на правительство ответственность за резкое подорожание продуктов. После проливных дождей и наводнений в сельскохозяйственных областях в Индии начался томатный кризис. Цены на помидоры стремительно росли в последние недели и достигли отметки в 95 рупий. Это больше 90 рублей. Малообеспеченные граждане, а их в Индии предостаточно, не могут позволить себе тратить такие деньги на овощи. Кроме того, у многих нет холодильников, а в банке помидоров есть. Жители Лакхнау получили возможность сдать свои румяные сбережения на хранение, чтобы не покупать непрерывно дорожающие томаты слишком часто, говорит менеджер банка. Люди покупают килограмм, а едят по чуть-чуть. Они хотят растянуть удовольствие. Помидоры очень дороги, но овощи гниют. Мы решили как-то помочь людям. Правда, скопить на старость не получится. Пенсионный вклад в банке не предусмотрен. Даже холодильник не сможет хранить депозит так долго.